Сережка, ты что, жениться пришел? Оператор, берите выше, в гости, елки-палки. Послушай сюда песню. Одесса раньше славилась фонтанами, бичками и морскими капитанами. За это вы спросите моряков, а мне не говорите за бичков. В любом дворе, где что-то хороводится, ничто без липована не обходится. Когда снимают свадьбу Голливуд, фаршмак с 10-й станции несут. На Дерибасовской снимается кино. Эх ты, друзья, счастье-то какое, и погода сумасшедшая. Находимся мы, я правильно сказал, что в гостях? В гостях в таком месте, что вы еще здесь не были. Ребята, я первооткрыватель, попал в удивительное место. Да ты что? Ну, вкусные винные культуры. Короче, ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Всем привет из Одессы. Цветы я сейчас покажу кому. Как зовут? Светлана. Ага, еще и депутат. Вы такая интересная, и этот букет как раз для вас. Этот весенний замечательный букет. Короче, нас позвали в гости. Вот, сказали, Липован, заходи, мы тебе таки покажем шикарный вид. Я бы хотела вас спросить, Сергей, а чем у вас ассоциируется Таирова? Таирова? Ну, во-первых, у меня как-то на Таирова ресторан находится. Ресторан, за который знают во всем мире. Таирова у нас, конечно, такое себе. Ну, мальчик, да? Среди районов в Одессе. Да. А у нас поселок Таирова, и наши жители всегда говорят, мы живем в Таирово. Разница... Небольшая, но очень существенная. Но зато мы есть центр. Центр виноделия и виноградарства. И у нас очень много таких моментов, которые мы бы хотели бы вам с удовольствием показать и рассказать. Во всем мире, даже в Грузии, знаешь, что такие в Бессарабии шикарное вино. Юг Украины, елки-палки, Одесса мама. Да ты что, здесь такие вина? Эх ты, ребята, короче, сегодня еще и продегустируем. Ну что ж, Сергей, я вас приглашаю в гости в центр виноградарства и виноделия. От всей души, с огромным удовольствием. Ребята, здесь пахнет морем. Катюня, вот за забором, там прямо аж чайки летают. Это наше одесское Венера Виновская, только с руками, понимаешь? Вот красавица, конечно. Короче, я издал очередной указ. Новый сорт винограда появился. Одесский Липован. Есть такой виноград? Будет. Институт таировских вин. Здесь сидел сам Василий Егорович, чуть не сказал Липован, короче. Василий Егорович Таиров. Угу. Удивительный дядя. Мы за это дело снимаем такие замечательные сюжеты. Ох, ребята, сейчас пойдем в подвалы старинные, столетние. Угу. Поведут нас сейчас там катакомбами, там винчиком хорошим угостят старинным. Короче, будет красиво, замечательно и интересно. А ты, мой друг, если ты в Одессу собираешься в качестве туриста, я тебе настоятельно рекомендую посетить вот это место. Скажет Липована, встретят как родного, понял? Закуску не бери, здесь все есть, все будет нормально. Вот это музей. Катюня и друзьяки, короче, погнали с нами в дегустационный зал и в подвал. Ох, я уже хочу. Рулишь ты, слышишь, мадам? Хорошо, Сережа. Или кто первый продегустирует, тот и рулит. Хорошо. Нет. Бутылочек, и это, конечно, да, не продается. Портвейн. Портвейн, да. Вот сколько. Приезжайте, давайте, ждем вас в гости в любое время дня и ночи. Институт Таирова открыт для вас. Вы трезвитель, скажите. Как это, особо не послушные? Мы с вами сейчас там побываем, это наше подземелье, поэтому готовьтесь. А, да? Я готов. Оператор, не бойся, это я. Идем в подвал. Катюня, все, приплыли. Вот тут начинается сказка. Это вот у нас наш подземный переход из подвала на берег лимана. Это 74 метра, типа катакомб. Но... Тут всего лишь 74 метра гуском. Дальше надо было брать бензина и привозить нас к нам. Да будет все нормально. Они же там тоже занятые такие, что имеют что делать. О.
Сережка, куда ты меня привез? Катенька, мы, кажется, заблудились. Ехали-ехали с института и заблудились, слышишь? Как? Ну вот сухой лиман. Это я вижу. Что, ну будем гребти до Одессы, слышишь? А не подскажете, как в Одессу проехать? О, так это рядом, вот наверх поднялись, и вы уже... И вот, все? Уже в Одессе, уже видно. Серега, Липован. Очень приятно. Георгий. Георгий. Елки ты палки, вот так вот, видишь, человек, Георгий, который... Георгий, да, победоносец, вот, день рождения, скоро, 23 апреля, 75 лет исполняется. Ого, круглая Чтобы дата. Нам были здоровы, так у меня для вас есть, короче, золотой подарок. Дядь Жор, а то мы хотели спросить, только что были высокие дегустации, правда, чтобы Таирова в каждом дворе вино делают? Ничего подобного. Ничего подобного. Нет. Свой закон Таирова. Никому не верьте. Дайте человека с днем рождения поздравлю, елки-палки. Заранее не поздравляют. Катюня? Я один делаю только здесь, вот, честно говоря. А, больше никто? Никто не занимается. Все, чтобы вы нам были здоровы. У нас в Вилково есть такие рыбаки, тоже один делает. Чтобы вы понимали, это как это? Ну, золото липованское, дунайская селедочка. Я слышал такое, ой, все. Это вообще бесплатно. Так давайте, как говорится, во двор, и все, мы сейчас... То есть, дядя Жора, Таирова только институт вино делает, и вы, и все, больше никого? Больше никто. Во-первых, для того, чтобы сделать вино, в двух словах вам говорю, нужно иметь посуду. И нужно дословно, я родился в сухом лимане, и мой дед держал тогда 1000 кустов винограда, называлось тысячник такой, и мой батька покойный говорил. А 1001 это не он? Кто? 1001, вот сорт такой с винограда. Есть вот это он, да. О, да. Это такая маленькая, набитая губками. Набитая, да. Шикарный виноград. У нас тоже такой рост. Да, да. Елки-палки, короче, ладно. Моря ушел в 65-м году, окончил мореход, но это, видно, пригодилось, когда в детстве мне говорили, учися. Запоминай, пригодится. Запоминай, да, вот да. Через сколько лет я сейчас... Да, рейс делает такое, сходил, вернулся, все, и делать нечего. Ну, я 40 лет отдал морю, 65-го по 2005-й, я 40 лет. Чтобы вы были здоровы. Ну, спасибо. Не человек, а моряк, елки-палки. Ну, что? Я все прошел, весь мир. Короче, дорогу в Одессу мы уже не ищем, ну, ее в ванне, сухой лиман есть, все. Эх ты, ну что, погнали в гости? Прошу. Ай да, давайте вы, а потом мы. Давайте, ребята. Да ты что? Еще и улица Звездная, ты понял? Да. Дай. А мы только что были на дегустации там. Я представляю, это вы в Ковалево, наверное, были? Наверное. Вот картошечку на посадку, это молодую. Вот, а, все, уже да, солнышко ей показали. Да. Уже готовлю все, вот это самое, скоро на посадку. Короче, все да. По-домашнему. Лозу еще не обрезали? Еще рановато? Нет, рано еще, да? Начнется сокодвижение и жалко будет, ведь февраль месяц. Ну да. Виноград обычно где-то в марте можно спокойно. Дядя Жор, очень позитивно, как президент сказал, будет весна, будет посадки. Ну я не знаю, как это. Ребята, давайте. Ой, Олег, у нас никакой политики, чистое здоровье. Ну я сам тоже такой же. Все, вот я. Вон у тебя кресло. 84-го года здесь построил дом, ребята. Так что присаживайтесь. Да ты что, как тихо, приятно, шикарно, Катюня. А летом как здесь? Да летом вообще, тут зимой и летом одним цветом, просто благородно. Ой, дядя Жора молодец, ты понял? А? О, Господи. А то соседи, так нормально. Нормально, да? Ага. Ну тихо, аж звенит. Если будет две хозяйки у меня на кухне, вот моя хозяйка. Наталья, здравствуйте. В том, что, слава богу, что я не построил здоровый дом, а купил им квартиру, и все. Я такой сейчас спокойный. Приехал внучок у меня, тут уже 10 класс, ходит в школу, все. Мне нравится все, иди домой и все. Все, да. Пока, когда помог картошку посадить, да, и до свидания. Да, да. Не, вот он сидит в эту дурку только. В телефоны. А вы скажите, смотрите, вы были в Таирово самом. Ну. А это сухой лиман. Вот объясните, где Таирово, а где сухой лиман? Вот смотри, заканчивается сухой лиман, как ты спускаешься вниз в балку. В балку. Вот только в балку заехал, все. И уже все, пошла и... уже Таирово. А то последнее наверху, а почему это сухой лиман, дядя Жора? Ну, сухой лиман, я не знаю, так в старину называл. Я там родился, и батька у меня родился 13-го года. Ну, нам там рассказали легенду, что когда там в Одессе шли дожди, бла-бла-бла, а здесь всегда, короче, было сухо. Типа не набиралось это. Это ничего об этом не говорится. Не говори, да? Ну, а почему назвали татарка? Ну, по-лиманская, а? Почему? Татарка наш по-старому называлась. Татарка по-старому, да-да-да.
Татарка уже, вот я знаю, а по-прилиманскому уже пишется, Бог его знает. Что там, татары были или что, Бог его знает. Да сейчас по стакану вина бахнем и покумекаем за это дело. Вот батька же у меня там родился, его батька, он был крепостной, беглый с России, кацапы тогда. Угу. Они же бегли сюда, это же были, они тут оседали. В Татарке, в Бурлачьей Балке, вот в Сухом Лимане. И вот батька же родился 13-го года, их была большая семья. А этот самый... Так что Сухой Лиман был такой вот сухой, действительно, может быть, из-за этого. Еще, наверное, когда просто... Да, он высыхал по истории, но после того, как его соединили с морем, да? Это было в 60-м году, Валерий Александрович. Да, он уже перестал. Получается, когда его соединили, да? Ну, вот я вам скажу... Он уже перестал быть лиманом, он стал называться там как залив. Валерий Александрович, вот здесь вот было, вот везде, вот здесь вот было воды, вот так вот по косточку. Угу. Вот я помню 60-е годы, как была там перемычка, знаете, вот Бурлачьей Балки, и тогда же ходил транспорт на Ильичевск. Там как два островка осталось у Бурлачьей Балки, если вы смотрите, ее перерыли, сейчас сюда заходят. А раньше ездили только туда, этот, на Ильичевск, я помню, пацаном, когда ее сыпали. То у нас было воды, даже в конце Сухого Лимана, Валерий Славович, были соляные прииски. Стояли такие левады деревянные, я еще помню, пацаном они остались, а ты представь себе, сколько лет было это все. И водички была такая, вода была тепленькая, соленая. Я знаю, мы вот пацанами пойдем где-то. Такие лягушатнички, то лапаешься. Нет, там то, что вот такой рачок был. А, такой рачок был. Солененький. И батька мне говорит, Жорка, на ведро иди. Где-то этот самый. Я говорю, я пойду, и вот эти, знаете, перекати поле. Да, 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 да. А его масса была, он бросал на нем икру. Ага. Вот такой посыпал, облепленным. Облепленным был. Вот такой вот крупный был рачок. Да. Так, класс. Ты порезал сыр, Валерий? Да, все готово. Вы такое белое будете дегустировать или белое и красное? Ну, им надо же попробовать, чтобы... Дегустировать. Дегустировать? А мы как-то и белое, и розовое, и красное дегустировали. Лучше уже и то, и другое, и можно без хлеба. Точно. Главное, чтобы сыр был, правильно? Эх ты, дунайская селедочка. Катюня, смотри, вот тебе бушлат, вот тебе фуфаечка. У тебя же уже есть. Да. Я на... Вот, когда мы с Маратом готовили... Александр, огромное спасибо. Знаю, что видео смотришь. От души благодарю. С Маратом готовили плов. И я себе вспоминаю, что раньше бабушка, когда снимала казан, накрывала его там фуфайкой. Я говорю на видео, там, если есть у кого-то, на следующий день, типа, скиньте адрес новой почты. И приехала такая шикарная тебе, эх ты. Чуть современная такая. Куфайка-фуфаечка, да? Но пригодится, будем казан укрывать по полной программе. Собачья балка. И он обязательно скажет, что именно там прятался этот самый Ленька Япончик от этих самых, от властей. Да? Да. Она даже не собачья, сучья. А, сучья. Сучья балка. Сучья балка? Это вот такие вот у нас здесь есть населенные пункты. Все, ну давайте. Это прошлогоднее вино. Здесь, смотри на... Вижу, янтарная, прямо как в Грузии. Мы были в Грузии недавно, вот такие у них там... Я не знаю, в Грузии... А мы сейчас проверим, что. Скажите, как делать, и что за виноград? Вот этот днестровский розовый, потом еще белый. В этом году был очень тяжелый год такой для винограда. Я еле-еле его спас. Очень-очень дождей было много, да? Нет, болячка была очень сильная. А, болячка? Сильная, именно сильная. Ну, может, от влаги взялась? Сильно, нет, это брызгать надо вот сейчас это все. Раньше... Все, давайте. Сейчас я еще стульчики принесу. Мы сейчас так аккуратненько. Шведский стол. Давай, шведский стол. Угощайте, сейчас все. Одесский черный. Ух ты, что, домашняя. Катюша, ну такими бокалами я сейчас буду песни орать, слышишь? Я тоже так думаю. Дядь Жора, берите. Не, вы давайте, я уже хорошо так... Уже? Господа, товарищи, тяните руки, елки-палки. Давайте. Валерий, а ты еще за рулем? Да. Ну давайте, ребята, спасибо большое вам. И вам огромное спасибо. Давайте вот чуть потеплеет, уже когда будет у меня картошечка молодая, мы сядем с укропом ее. О, договорились, слышишь? Так я еще и пару... Я еще и пару... Да, там все, и не только уху, и кота, кота зажарим. Ну давайте, спасибо. Все, всем добра, да, с приветом из Одессы. Вот тебе оно, домашнее вино.
А ну, скажи, что там Ковалева делает и что Черный делает. Слушай, сухое, приятное, нежное, обалденное. Сухарь. В Грузии говорят, это как это, доброе, честное вино. Вон, пожалуйста. Вот оно тебе. Катюша, голова болит на утро? Янтарное. Ничего подобного. Никогда. Тебе что Ираклий как говорил, что от серного ангидрида и от всяких я там вижу, добавок. Вам лет, скажите. 75. Будет. 23 апреля, вон я Зиновцу говорю, готовит пусть музыку, все. Будем все. Худеть. Все Таирова будет худеть. 75 лет. Это такая дата, и я хочу его отметить. Дядя Жора, сколько вы уже депутатом Таирова? Сколько, ну, считайте, шестое, как говорят, ходка или ходка? Шестой созыв, елки-валки. 30 лет. От звонка до звонка человек депутатом. 30 лет, за вас люди голосуют, и 30 лет. Голосуют, но моя, вон, где не слышит, говорит, придурок старый, а участка тебе так и не дал. Хорошо, что ее нету. Сейчас вот мы добавим. Телевизору потом посмотрим. Если все это самое, чтобы канализацию сейчас я вот. Вот сегодня уже по вам один выдался. Пил с директором института, потом с местным депутатом. Ой. Так, который это. Да. А с дядя Жорой все это дело закончим. Друзьяки, ну, давайте, вам спасибо. Крепкого здоровья. На свои 75 вы полным огурцом. Так чтобы, ну, еще раз так. Спасибо тебе. Как, ну, это? Как вино? Великолепное. Вот пью, ну, до честно, дна. Честно, без всякого. Можешь спокойно, без всяких этих. Все. У меня все. Тут ни серного нету, ничего. Сережка, ты дойдешь до машины? Легкая, да? Вот смотри. Очень легкая. Это вообще просто песня. Сухарь. Берите, закусывайте. Кусочек сыра. Ах ты, что домашний. Не-не, вино. Песня. Как дома побывал? Ну что, я с Ковалёвым другой раз подкалываю это самое, ну я ее батьком одногод покойным. И я говорю, ну что ты, Ирочка, извини, конечно, я говорю, в сухом лимане родился, это стихия, как говорится, меня учили делать хорошее вино. Ну, Ковалёв, это директор института, где сейчас Сережа был. Я понял. Тут все по-простому, по-домашнему, но вино на самом деле уникальное, классное. Ну, порядок. Давай еще одесского черного по чуть-чуть попробуем. А что нет уже? Обязательно, давайте обязательно по стаканчику и песни петь. И песни. Катюня уже, ну, зацвела. Если мы сейчас вдвоем начнем пить, то рулить будет Олег. Я обычно делаю, ну сколько, ну 4-5 сортов я делаю. У меня шикарная посуда. Тут у меня вот эти вот, помните? А вы в деревянных бочках делаете? Были когда-то. Батька мне подарил покойный. Ну, на сегодняшний день нету бондарей, гниют вот эти клепки, я их да, выпаю, да, и все. А все, время берет свое, конечно, да. Нету, да. Все, они умерли, те старые, все, кто будет понять, я их продал в этот самый туда, в баре где-то там, они их лаком покрасили для красоты. А этот самый, прихожу я к своему товарищу, он на Белоруссии плавал, такой пассажир был. Смотрю, у них валяются в трюме эти кегли, вот эти вот с нержавейки. Ну вот пиво сейчас, знаете, вот продают. Есть 25 литров и 50 литров. Я говорю, а что? Говорит, да это мы возили немцев, туристов, говорит, остались эти кеги, а тебе что надо? Я говорю, ну а что не надо? Пригодится. Ну забирай их там. Ну я взял, по-моему, 4 20 и 4 таких вот. И потом, когда вино уже отыгралось, и я заливаю в эти кегли. Угу. И получается, для дальнейшего сохранения. Вот я, дай бог, буду жив-здоровье, я вам угощу. Буквально вот вино уже начинает заканчивать играть, он такой треск у него. И ты его туда залил, закрутил ее, и потом, когда перед Новым годом, недоброт называется, оно как шампанское. Оно газированное такое, обалденное, елки-палки, да? Его надо пить, оно долго не может стоять, ты понимаешь? Надо залпом, да? Нет, открыл и пьешь. Нельзя долго, месяц, чтобы оно это вот все, но это бесподобно. Недоброт. Дай бог, если ты живу, я сделаю это. Все будет нормально. Одесский черный и все. Хорошо. Тай-д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 ай. Так, одесский черный. А это всем известный одесский черный, тот, что... За тот, что знает во всем мире. Родом из Одессы. И бутылка правильная. Дядя Жора фамилия черный. Дядя Жора фамилия черный. А я думал, что это в институте, елки-палки, Таиров придумал. Вы знаете этого человека? Мы уже обнялись, да. Так еще, да. Только стаканчик винца пропустил, сразу раз и друг появился. О, какое ягодное вот это. А ну-ка, да, я по... Катюшка, пригуби, ты сейчас кайфанешь. Ну что, я Катюшке вы не даете. А рулить кто будет? А кто-то же должен меня домой доставить будет. Чтоб я там еще и монтировал. Ну что?
Вкуснее? По душе мне такое. Катюня, вот так вот пьют липование, понимаешь? Ага. Как говорят, что первый не закусывает, второй покажу, на покойника. Как? А вот после третьего что, вот такого что? Стакана. Что ты говоришь? Что? Ничего. Все, я молчу уже. Крепкого здоровья. Второй на покойника. А третий на кого? А после третьего можно закусывать. Ага. Поняла? Ты помнишь, как мы Вилкова на базаре покупали? Что 2 килограмма там не берешь, либо килограмм, либо 3. Сережа, ну вот отношение вот Вилкова и вот мое. Вот что-то есть, вот какая-то. А Вилкова разница. Другое, а вы слышали виноград такой Новак? Ха, здравствуй, конечно, ты что? Ну вы же понимаете, что... Мои приятели ездили Новачок, туда, брали, сказка. Так ты что, они это... делают шикарно. Да, да, и да. В этом году они не ездили туда, Новак, да, шикарный. Катюня, так и нам надо в Вилково ехать, слушай, слышишь? Шикарно. Прямо сейчас выезжаем. Правильно? Сейчас нет, конечно. Не, мы метнемся, я вам обязательно привезу оттуда гостиниц, короче. Ну хорошо, я куплю. Да я вас умоляю, все нормально. Мне не надо это сам, я куплю килограмм 150 этого. Я знаю. А, самого винограда? Конечно. Так я вам вином привезу, я вас умоляю. Он под ту селедочку, конечно. Ну давайте. Все, всем добра. А Новак, не, вино очень вкусное. Вкусное, спокойное. Вот как говорят, честное вино. Хорошее, доброе. Не-не. У нас чистая правда. Ну как, Сережа? Вы что, не видите, что он стаканами пьет? Песня. Что вы спрашиваете, Олег? Да. Ты такое вино не хочется закусывать. Это так, как это, из уважения. Борик, а ты видишь Европрежа? Нет. Я вижу тебя. Я Жор, если не себе, сколько вообще вина заготавливаете, сколько делаете для себя, как бы? Ну, литров 300. Литров 300, да? Ну, для себя хватает до Нового года? Ну, а я же не сильно пью этот самый... Ну, стакан-то просто... каждый день выпиваете? Нет. Я люблю лучше рюмку коньяка хорошего выпить и это самое. Ну, вот надо какие-то работы идут. А вино для друзей, да? Работы идут. А как же, конечно. Все. Вот так вот канализация, люди. Все, надо, сели, пообедали, ребята, давайте. Обязательно, все. Без стаканчика никуда. А как же, так что тут... Главное раньше не рассчитываться, а то и работа гавнет, и как это, и канализация и останется непробитой. Я ни в коем случае не люблю вот это, говорят, а вы, может, продаете, а оно мне надо, вот это будут ханыги тут стоять. А во-первых, ханыги сейчас не любят вино. Им дай такое, чтобы мозги ударило, они говорят, а что, только мочиться будет. Да. Я серьезно говорю. Тут пьешь и адекватно общаешься, ёлки-палки, да? Им надо, чтобы по мозги ударило вот так вот. Там мы сегодня были, я вспоминал там свою соседку покойную, тетю Машу, она у нее вино так не заводилось, она кидала туда сигареты, ватра без фильтра. Там крепость такая была, что мама дорогая, от стакана люди, короче, там, хоть ты и ханыга, короче, но писать не забывали, ну, в сознании. Юрий Юрьевич, извини, пару минут и... Слушай, Карлос, короче, оператор, все, слышишь, давай... Так и поедем валим домой на потихонечку. Одессу искать, да? Дежурочка, огромное, что? Давайте туда уже ближе, когда тепло будем, сварим какую-то там уху. С удовольствием, там, с удовольствием. Это, на лимане, да. Там же у меня этот самый, яхта моя стоит. Ё-моё! Это местная яхта, да, все. А рыба здесь есть в лимане? Да, ёлки-палки. Да? Ну, вот та депутат, что есть, Юрий Георгиевич ее знает, она все хочет на моей яхте. Я говорю, ну вот мост сейчас сделали, надо мачты завалить. Вот, мост. Ну. Она потом я привез, показала, так это же не яхта, это лодка. Ну, что я буду депутатам говорить? Ну, да, яхта. А дальше фантазируйте. А я когда-то помню, мне там кореш рассказывал, жил с той стороны, он мне показывал, что форель тут есть. Тут лобань заходит вот сейчас весной, зайдет с моря, он кидает икру тут и ушел в море. И потом кефаль у нас же тут же вот такая. И здесь. Кефалька здесь есть, короче. Кефаль море тут. Сарганчик там тоже. Все, что хочешь. Вот сейчас, когда зайдет весна, он все, что хочешь. Тут и карась, и карп, что хочешь заходит. Все, Катюня, туда. Едем на барахолку, покупаем палатку и будем здесь летом ночевать. Да не надо, там все у нас есть. Курень все есть. А, еще курень. Это не. Точно так же, как и яхта четырехпалубная. А ты там был, курень? Ты же был там, же шикарное место такое. Особняк, елки-палки. А там класс. Все. Огромное вам спасибо. Давайте, ребята, спасибо. Очень приятно было познакомиться. Вам, ребята. Спасибо, что дорогу на Одессу показали. Все, показали так, что уже не хочется ехать. Все, от души. Ну, давайте, потеплеет, приезжайте. Обязательно. Спасибо. О, вот это нормальная дегустация пошла. Слышишь? Да, шикардос.